Украинская столица, площадь независимости. Сообщение из Женевы с переговоров между главами внешнеполитических ведомств России, Украины, США и Евросоюза ждали жители Киева, а также активисты, до сих пор находящиеся на Майдане. Нормальные люди, есть нормальные люди, а есть вооруженные бандиты. Если все разоружатся и позволят полиции, армии выполнять свою работу, тогда будет порядок. Я думаю, будет порядок. Нам сложно оценить. То есть мы обещаем, а что же обещают нам? То есть прекратятся вот эти провокации на Востоке? То есть как вообще, что будет дальше там продолжаться? Женевское соглашение здесь, в Киеве, на Майдане, встретили скептически. Веры в то, что сепаратистские движения на востоке Украины прекратятся, нет. Вместе с тем, многие считают, что доверие между сторонами еще можно вернуть при условии, что на уступки будут одновременно идти все. Усі сторони та одночасно. Ангеліна Карякіна, Євроньюз, Київ.